В детском лагере «Горный» построят модульную столовую. О перераспределении бюджетных средств в объеме более 105,5 миллионов рублей на возведение объекта стало известно на заседании правительства Севастополя 16 февраля. Департаменту капитального строительства для проведения определенных мероприятий в детском строительном лагере «Горный». Там «Горный» сразу на Капстрой перераспределяются средства, да? То есть решили не через департамент, а вы сразу, дирекция будет заказчиком, да, модуля для столовой, да? Угу. Именно так. В своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев позднее сообщил, что модульная столовая будет установлена уже весной, до начала оздоровительного сезона. Также в рамках комплексной модернизации лагеря «Горный» на территории прокладывают новые сети водоснабжения.